утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Трам-пам-пам-парам. Нет, не так. Прам-та-там-па-пам. Нет, опять не так. Прум-пу-пум, пу-пум-пурум. Трам-па-пам-парам-тарам. Трам-пам-пам-пам-пам. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Ага, тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду в гости. А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. Ага. А нора — это кролик. Ага. А кролик — это подходящая компания. А подходящая компания – это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет! И не зачем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? Нет, не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел. К своему другу, Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бывают разные. Я? Значит, я Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Действительно, Винни-Пух. А это кто? А это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано «вытирайте ноги». Вытирайте. Ага, понятно. Не такое это простое дело, ходить в гости. Когда войдем, главное делай вид, будто мы ничего не хотим. Ага. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь? Раз уж ты все равно шел мимо. Ах, да.